хотите почувствовать себя королевской особой? Ну, на самом деле, все мы каждый день восседаем на троне. Да, речь о туалете. Вот список удивительных фактов о самом сокровенном месте в доме. Номер один. Считается, что за всю жизнь человек проводит от 2 месяцев до 3 лет, сидя на унитазе. Номер два. В Китае разработали умный туалет, который оценивает ваше здоровье. Он сканирует полученные образцы. Если находит какие-то проблемы в организме, отправляет на ваш смартфон отчет. Номер три. Одна из первых канализационных систем была построена в Индии примерно в 3000 году до нашей эры. Люди изобрели сложную систему подземных каналов, по которым все отходы попадали в реку. Номер четыре. В Индии, в городе Дели, также есть международный музей туалета Сулабх. Назовите мое имя и получите отличное место. Номер пять. Первый туалет с функцией смыва был, вероятнее всего, изобретен сэром Джоном Харрингтоном в конце 16 века в Англии. Он был поэтом и придворным при королеве Елизавете I. Номер 6. Золотой унитаз Хэнк Фанк является самым дорогим туалетом в мире. Его стоимость составляет $5 миллионов, а изготовлен шедевр из цельного 24-каратного золота. Он функционирует, правда, им никто ни разу не пользовался. Номер 7. За пределами Земли есть туалет подороже. Унитаз на Международной космической станции стоит целых $19 миллионов. Чтобы им воспользоваться, нужно привязать себя к сиденью. Точно! Дело в отсутствии гравитации. Внутри туалета установлен мощный насос, а сам унитаз может перерабатывать отходы в питьевую воду. Ладно, поверим на слово. Номер 8. Самая дорогая в мире туалетная бумага стоит $1 300 000. Она сделана из 22-каратного золота. Почему все, что связано с туалетом, сделано из золота? Номер 9. 19 ноября. Всемирный день туалета. В этот день поднимаются вопросы гигиены и проблемы дизентерии в бедных странах, где нет необходимых удобств. Номер 10. В Китае с середины 14 века каждый год к императорскому двору поставлялось около 700 тысяч листов туалетной бумаги. Номер 11. В некоторых общественных туалетах освещение голубое. Это сделано для того, чтобы люди долго там не засиживались, ведь читать при синем свете довольно тяжело. Номер 12. Джозеф Гаетти считается изобретателем современной туалетной бумаги. Он резал бумагу на листки и упаковывал в пачки. Джозеф так гордился своим изобретением, что решил напечатать свое имя на каждом листочке. Номер 13. Считается, что первые раздельные общественные туалеты для женщин и мужчин появились в 18 веке в Париже. Номер 14. У японских туалетов почти столько же функций, сколько и у современных компьютеров и смартфонов. А именно, приятная музыка, обогрев сидений, шланг, который автоматически моет и сушит вашу... Ну, вы поняли. И никакой туалетной бумаги не надо. Автоматический смыв, голосовой помощник, встроенный освежитель воздуха и подсветка. Кроме того, в Японии общественные туалеты установлены практически везде, даже в лесу. Номер 15. В некоторых странах есть прозрачные общественные туалеты. Например, в Швейцарии такие туалеты действительно популярны. Не беспокойтесь, они прозрачные только внутри. Снаружи абсолютно ничего не видно. Номер 16. На Земле больше людей, у которых есть мобильные телефоны, чем людей, у которых дома есть туалеты. Заставляет задуматься. Номер 17. На телефоне в несколько раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. То же самое касается и офисных столов. Номер 18. В общественных туалетах Италии на унитазах нет сидений. Люди не хотят на них садиться, поэтому они встают на них ногами. И сиденья просто в какой-то момент ломаются. Но никто не хочет покупать новые, ведь люди не хотят ими пользоваться. Точно такие же туалеты установлены во Франции и Греции. Номер 19. И все же такие туалеты лучше, чем австралийские. Дело в том, что в этой стране почти любой унитаз может стать домом для змей. Засушливый климат и голод вынуждают рептилий заползать в прохладную канализацию, чтобы поохотиться на крыс. Номер 20. В Амстердаме установлены довольно необычные общественные писсуары. Здесь нет кабинок. Унитазы стоят прямо на улицах. Подходи и делай свои дела. Не стесняйся. Номер 21. Существует миф, что в Шотландии вы обязаны впустить в свой дом незнакомца, если он хочет в туалет. Это, конечно, неправда, однако такая традиция все же есть. Номер 22. Во Вьетнаме есть туалеты, которые установлены прямо на воде. Номер 23.
Некоторые страны испытывают дефицит туалетной бумаги. Если вдруг решите ехать в отпуск, обязательно проверьте, входит ли ваш пункт назначения в этот список. Если да, не забудьте прихватить с собой несколько рулонов. Номер 24. Вот вам небольшой совет. Выбирайте ближайшую от выхода кабинку. Ими пользуются реже, а значит, унитазы в них чище. Номер 25. В одном испанском городе на улице установлен общественный туалет для собак. Номер 26. Около 70-75% всех людей на Земле не пользуются туалетной бумагой. Номер 27. Кстати, о тех, кто ей все же пользуется. Человек в среднем тратит около 100 рулонов в год. Это более 20 тысяч листов туалетной бумаги. Номер 28. Никогда не выкидывайте туалетную бумагу в унитаз в Мексике. Там очень тонкие и хрупкие трубы, и мокрая бумага может легко их испортить. Но тут не сказано, как в таких случаях выходит из положения. Номер 29. Существует машина, которая перерабатывает офисную бумагу в туалетную. Номер 30. Каждый день для производства туалетной бумаги срубают до 27 тысяч деревьев. Номер 31. Свадебные платья из туалетной бумаги становятся все более популярными. Среди дизайнеров даже проводится конкурс на лучшее платье. Что самое интересное, такие наряды выглядят ничуть не хуже, чем платья из обычной ткани. Номер 32. В Финляндии в супермаркетах установлены туалеты. Они находятся прямо у касс. Номер 33. У вас есть возможность купить зеленую, розовую, желтую, фиолетовую и даже черную туалетную бумагу. Но самое классное – та, что светится в темноте. Номер 34. Гранаты и гвоздики источают приятный запах и могут даже заменить освежитель воздуха. Номер 35. Самому старому туалету около 240 миллионов лет. Ну, меня тогда еще не было. Только им пользовались не люди, а динозавры. Номер 36. В фильме Альфреда Хичкока «Психо» была впервые показана сцена со смыванием в туалете. Многие тогда возмущались непристойностью кадров. Похоже, они совсем забыли про бедную девушку, которая в это время мылась в душе. Номер 37. Самые первые ёршики для туалетов делали из шерсти белок, волов и лошадей. А современные ёршики изготавливают по тому же принципу, что и искусственные елки. Номер 38. В Тайване есть ресторан, оформленный в стиле ванной комнаты. У столов под стеклом расположены раковины, а стулья сделаны в виде унитазов. Но еда там вкусная, если вдруг все же решитесь поесть. Номер 39. Есть книги, написанные специально для того, чтобы читать их на унитазе. У меня уже собрана целая коллекция. Номер 40. Около 15-30% людей не моют руки после туалета. И у нас есть список имен. Вообще нет. Но, ребята, неужели это так сложно? Номер 41. Для организма полезнее сидеть над унитазом на корточках. Номер 42. Большинство унитазов делается из керамики. Этот материал гораздо лучше защищен от бактерий, чем пластиковые туалетные сиденья. Номер 43. Существует теория, что около 1/3 американцев смывают воду сидя. Номер 44. Врачи не советуют долго сидеть на унитазе с телефоном в руках, потому что это вредит здоровью. Самое оптимальное время – 3-7 минут. Номер 45. Унитаз рекомендуется менять каждые 50 лет. Номер 46. Если бы вы пошли в туалет в Сингапуре и не смыли после себя, вам бы пришлось заплатить штраф в размере $150. Номер 47. Разница между обычным туалетом и биотуалетом заключается в том, что отходы из стандартного унитаза сливаются в трубопровод и попадают в канализацию через трубы, а затем выливаются в реки, моря и океаны. Из биотуалета отходы никуда не сливаются. В нем есть специальное отделение с натуральными биохимическими веществами, которые разлагают около 80% всех отходов. Оставшиеся 20% можно смело использовать в качестве удобрений. Номер 48. Самые первые мобильные туалеты были изобретены в 40-х годах для солдат. Однако кабинки были очень тяжелыми и неудобными. Легкие стеклопластиковые туалеты были разработаны только в 70-х годах. Номер 49. Некоторые европейцы не пользуются туалетной бумагой, потому что считают ее негигиеничной. Они отдают предпочтение биде. Это такая маленькая раковина с краном, в которой можно помыться. Номер 50.
В Древнем Риме вместо туалетной бумаги пользовались губкой, смоченной в соленой воде. В Европе использовали солому или куски ткани и шерсти, а коренные жители Гавайев и Филиппин пользовались кокосовой кожурой. Номер 51. В Древнем Риме туалеты были очень популярны. Там можно было не только справить нужду, но и поболтать с друзьями, обсудить новости и порассуждать на важные темы. Лишь богатые горожане могли позволить себе посещать такие привилегированные места. Вот так-то! Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.